Дороги Прикамья теперь будут жить дольше. Модернизация автоматизированной системы весового и габаритного контроля в этом поможет. Сейчас завершается монтаж весоизмерительных датчиков, которые вшиваются прямо в дорожное полотно. Когда автомобиль проезжает, обращу внимание, без снижения скорости на, по участку автомобильной дороги, то датчик за счет эффекта упругости позволяет определить общую массу автомобиля, количество колес на оси и, соответственно, нагрузку на ось. Проект выполняется по госконтракту с Центром безопасности дорожного движения Пермского края в соответствии с региональной программой развития транспортной системы. Его цель – сохранить дороги в хорошем состоянии на долгое время и повысить безопасность дорожного движения. Установка датчиков технологии интересная, признается сотрудник подрядной организации, но требует высокой точности. В первую очередь необходимо установить датчики в соответствии с плоскостью дорожного покрытия, чтобы поверхность датчика точно соответствовала уровню дорожного полотна. Важно соблюсти чистоту, то есть все поверхности должны быть вычищены, обезжирены от дорожной пыли. В 2017 году в Пермском крае было построено 3 поста автоматического весогабаритного контроля. В этом году планируется установить еще 10 комплексов. Кроме датчиков измерения общей массы, на пунктах будут установлены камеры распознавания регистрационного номера. Поэтому поймать нарушителей правил дорожного движения будет проще. Олег Антонов, Илона Богатырева, Константин Старков. Телекомпания «Ветта».